Всем привет, всем привет! Сегодня второй день моего отпуска. Первое утро в Тунисе, так сказать. Ой, как вчера я хорошо отдохнул, друзья, как хорошо я вчера отдохнул. Это вообще, у меня сегодня голова болит, это вы себе не представляете, просто не представляете, как у меня болит голова. Ой, птички так красиво поют, вообще, так красиво птички поют. Вообще, такие красивые. Это что за птички, кстати? Я даже не знаю. Какие-то маленькие птички. В общем, девочки, мальчики мои, сейчас я вам хочу показать обзор на этот отель, в котором я живу. Вот. Так что пойдемте со мной. Пойдемте. Себя покажу тоже немножечко. Привет, привет, привет. Я буду в очках, наверное, потому что у меня мое лицо вообще перепухшие 20 раз. Так что так, потом я буду делать фотосессию. А потом надо на собрание идти. Вот. Ну что, пойдемте. Так, друзья, пойдемте. Это вот мой этаж. У меня второй этаж. По лестнике давайте спустимся. Есть еще лифт. На лифте не хочу. Вот эти красивые пальмы, смотрите. Кругом пальмы. Очень красивый холл. Посмотрите, какой красивый потолок, люстра какая. Тут бар. Тут зона отдыха. Солнце встречает. Вчера здесь зажигали мы. Хай. Все такие приветливые, все такие приветливые. Пальмы. Шикарно, вообще шикарно. Шикарный отдых, друзья. Что еще надо? Вау, какая жара. Ой, кайфую, кайфую. Вот это какой-то вот, значит, ресторанчик тоже. Пока закрыт. Какая, друзья, жара. Хай. Тут бассейн. Много зелени. Ой, там кто-то плавает. Там еще даже бассейн есть. А я его даже не видел вчера. Пойду, пойдемте посмотрим. Как шикарно. Кто там плавает-то? Мальчики какие-то плавают. Так, ну ладно, пойдемте. Не будем мальчикам мешать. Посмотрите, какая красота. Пальма, друзья, пальма. Сегодня будет дискотека, вот здесь сказали. Ну, не знаю, правда это или нет, но сказали, должна быть дискотека какая-то, сегодня диско. Сказали диско, диско. Вот. Это утро сейчас. Где-то 11 часов утра. Такая вот красота. Лежает. Там детская площадка. Прошли мы. А, нет, еще не прошли. Вру нагло, нагло вру. Тут вот душ. Хай! Ютьюб. Ютьюб, Раша. Утро. Вот. Такие все приветливые. Красотка. Красота. Смотрите, какие красивые пальмы. Здесь вот футбольная площадка, что ли. Что-то спортивная какая-то площадка. Здесь вот детская площадка. Такие вот красивые деревья стрижены. Здесь теннисный корт. Сейчас мы с вами выйдем на море. Тут тоже пляжный бар вот большой-большой. Душевые, так сказать. Кабинки, типа кабинок. Ну не кабинки, а просто душ. Ой, какая красота.
красота. Я даже не намазался, ничего. От жары. Ну, не хочу пока мазаться. Он все купается, загорает. Все. В общем, как-то так, друзья. Шезлонги для меня бесплатно. В общем, дальше не пойду людей смущать. Вот такая вот красота. Пойдемте назад. Вот так вот. Идемте назад. Что еще вам показать? Даже не знаю. Отель небольшой. Маленький семейный такой отель. Вот. Это так. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. А мне пора идти делать фотосессию. Сейчас кого-нибудь найду. И попрошу, чтобы меня фотографировали. Во всех местах. Возле моря, в номере, в фойе. Везде. На территории отеля. А так вот. Вот мой идет друг-товарищ. Ха! Russia YouTube. Нет. Вот. Отлично. Ну что, мои дорогие, вот я сейчас вот искупался в этом шикарном море. Море холодненькое, правда, но ничего. Вот такая красота меня окружает. Смотрите, шикарно вообще. Просто шикарно. Охренеть. Фу. В среду поеду в Сахару на 2 дня с ночевкой. Получается, в среду уезжаю. В среду на четверг буду где-то спать. Там есть, входит в эту путевку какой-то отель. Там ночь спим. Потом едем опять в Сахару. И потом уже возвращаемся ближе к вечеру, так понял, в отель. Вот. Стоит это $100, вроде бы. Я так слышал. А сейчас я пока отдыхаю. Сегодня 2-й день. В общем, шикарно. Круто. О, охренеть просто. Жара, конечно, конкретно. Но море почему-то холодное. Вот. А, ну еще оно очень даже достаточно чистые. И пески шикарные, тоже чистые. Вот. Как-то так. Сделал татуировку я. Сейчас я вам покажу. Не знаю, видно, не видно вам. Вот. Татуировка. Татуировка с тобой. А что-то такое у меня с зумом. Вот, покажу еще раз. Я не знаю, вы видели, не видели. Татуировка стоит 20 динар. Еще я купил футболку с надписью Тунис. I love you, Tunis. Вот, она стоит 30 динар. Вот. Как-то так. Что еще рассказать, не знаю. Ну, я вот пытался фотографироваться. Я вот тут познакомился с аниматором. Марио звать. Начал меня фотографировать. И, короче, потом его забрали на работу. Сейчас я вот гоняюсь за ним, чтобы продолжить фотографироваться. Вот. Надеюсь, мне это получится. Если получится, покажу вам фото. Вот. Как-то так. В общем, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал, друзья. Не переключайтесь. В общем, как-то так. Все, люблю, целую. В общем, друзья, сейчас. Сейчас где-то уже час дня, наверное. Вода уже потеплела. Достаточно теплая. Хорошо купаться. А вот утром было прохладно. В воде купаться. Холодная была вода. Сейчас вышел вот с моря. Взял камеру, снова с вами разговариваю. Сейчас надо пойти мне попить воды, наверное. А потом не знаю, что делать. Может, попытаюсь все же говорить его на фото. Так, друзья мои, хочу вам показать немножечко пляж. Записывает, нет? Записывает. Что-то свистит он. Что-то море волнуется. Ой,
Волнуется море. Вот такой вот шикарный пляж. Люди отдыхают. Все вот купаются. Кто-то летит. Это парашют вот. Разбираю. Разбираю. Красота. Так, мне самое главное свой отель. Потом не забыть, где находится. Вот так вот. Ветер поднялся на море. Не знаю, вы меня слышите, не слышите, непонятно. Пока не знаю. Классно. Вот так. Там отдыхают люди. Это город Сус, друзья. Вот пляжи чистые, смотрите, пляжи чистые абсолютно. Берег тоже чистый. Что еще надо? Водичка теплая, в принципе, теплая. Вот. А утром была холодная. Все, наверное, дальше не пойду, иначе я заблужусь. Вот так. Что еще рассказать, не знаю. Отдых проходит хорошо. Завтра, наверное, я поеду в Сахару. Надеюсь, там место осталось. От Сахары я буду 2 дня с ночевкой. Потом я хочу сходить в зоопарк, потом хочу сходить в старый город. О май гад, чуть мне не смыло, не снесло. И хочу сходить в хамам. Вот такие вот у меня планы. Что хочу сказать, похмелье здесь проходит мгновенно. Вот так вот. Еще рассказать не знаю. Вот девушка хочет полетать, не страшно ей. Вот так вот помахали нам ручкой. О, красота, просто красота, просто нет слов. А еще хочу, конечно, на верблюде покататься. Верблюд будет в Сахаре. Вот так. Сейчас пойдемте на ту сторону еще пройдем. Вон мое место. А там. Где-то вот мое место. Это второй день вот отдыха моего. Так, ну что еще, не знаю, ну пальмы здесь, конечно, тоже шикарные. Не знаю, что рассказать, у меня нет слов просто. Вот смотрите, любуйтесь. Если не нравится, как бы, то, что я мало что-то говорю, комментирую, включайте музыку. И все, свою любимую. А мой голос врубайте. Что еще могу сказать? Вот вы видите сейчас то, что я вижу своими глазами. Там меня окружает сегодня и сейчас. А сегодня у нас какое число? 11 вроде бы, 07 17. Вот так медитирует девушка вон. Как-то так. Так, 5 минут мы уже с вами гуляем. Целых 5 минут бла-бла. Там люди отдыхают с детьми, очень много детей. Вот сейчас посмотрим, вот там какая-то рекламка.
что они там предлагают. Интересно. Сейчас посмотрим. Ой, классно, классно, классно. Москвичей, кстати, что-то здесь вот, вот, по крайней мере, в моем отеле, я и еще кто-то еще. Что здесь предлагается? Так, скутер. Какая-то хрень. Вот это вот. Hi. Cheers. YouTube Russia. Привет. Отлично. Потом вот это. Да. Потом банана. Потом вот лодка. И вот такая вот лодка. Вот так вот. Вот там. А там это уже далеко. Не пойду. Не пойду туда. Вот так. Там-тарам-там-там-там-тарам-там-там. Мне надо идти сейчас, наверное, уже в гостиницу, в холл. Там будет у нас собрание от туроператора. Будет гид, или как там называется. Привет, малыш, привет! Так, ну, где моя место? Смотрите, как красиво, смотрите. Это вот та девушка полетела. Ей не страшно вообще. Кошмар. Привет, привет, говорит. Вот эта мадам полетела, вообще охренеть. Не боится. Ну что мне еще? Ну не знаю, что мне еще вам показать. Ну бассейн, ну что, бассейн, да, бассейн, плаваю. Ну там что особенного-то? Заходишь в бассейн, плаваешь. Вокруг пальмы, хорошие люди тебя окружают. Веселые, позитивные. Что еще? Не знаю, сейчас, если мне будет возможность показать, как я плаваю, покажу. В общем, пойду я, друзья, пойду. Друзья, вот отель с лицевой стороны. Такой вот он небольшой, но очень красивый. Сейчас я отправляюсь в порт Кантау, вроде он так называется. Погуляю, поснимаю, вот. Итак, друзья, я поймал такси. Такси стоит 5 динар до порта Кантау. Вот. Еду сейчас. Продают тут различные вот для купания лисички. Какой красивый закат, друзья. Черт. Так, зоны.
машин, конечно, вообще в шоке. Ну, мне очень здесь понравилось, очень круто. То, что мне нужно. Такая движуха здесь конкретная, я вам скажу. Конкретная движуха. Там порт Кантау, да? Все, друзья. Ну что, друзья, вот я иду в порт Кантау. Прохожу вот такое вот красивое место. Это парк аттракционов местный. Вот. В общем, иду. Иду. Конечно, можно было сделать фотографии. Вот это какой-то отель шикарный. Но, блин, мне некому фотографировать. Я один. Поэтому фотографий, наверное, будет мало, как всегда, с моих поездок. Но зато должно быть, как всегда, много видосов. Вот. Проходим, входим. Людей не снимаем. Какая вот красота, посмотрите. Все радостные, подают позитивные. Много растений различных. Вот от моего отеля, порт Кантау, находится. Короче, ну, на машине... Вообще там какие-то минуты. Пешком, может, чуть дольше будет. Вот. Ну, сейчас кого-нибудь найду, наверное, может, мне кто-то сфотографирует. Вот так вот. Прикольное местечко, конечно. Вот там мусор вижу, но мусор вам показывать не буду. Смотрите на вот такие вот красивые растения, пальмы, на людей и вообще на закат, который вот там где-то спрятался. Не знаю, сейчас... О, пальмы такие классные. Кстати, на видео почему-то... А, это самое. Темнее видео получится, чем на его. Сейчас еще не так темно, как на видео. Вот. Hi. Hi. Какой-то ботаник парк здесь. Зооботаник. Вон верблюд. Чикен. Курица, кролики. О, какие классные кролики. Мини-мини. Мини-мини. Так, идем дальше, друзья. Куда иду, не знаю, но куда-то я иду. Какие красивые растения. Музыка различная, местная музыка играет. О, что здесь продают? Давайте посмотрим. Какие-то картины. Вот на работу, видать, туда. Красота. О, какие шикарные пальмы здесь вообще. Как тут все ремонтируют. Куда пойти? Не знаю, куда пойти. Друзья, оказывается, вход в порт это вот здесь. А я хотел идти в другую сторону. Надо кого-то попросить, чтобы меня сфоткали напротив этого красивого входа. О, как красиво там. Вот я захожу, значит, в порт сейчас. Ой, как хорошо же. Как хорошо птички, вон воробьи поют. Там воробьи прям вообще щебетят. Как классно. Аптеки кругом, магазинчики. Ох, красота-то какая. Охренели просто. Надо будет мне шляпу купить. Hi, how much?
Не знаю, сколько это стоит. Сколько там стоит? Кстати, мне сделала девушка фотографию напротив входа. Короче, ноги обрезала. Эту макушку, как его, башню обрезала. Все обрезала, короче. Вообще, специалистка по фото. Так, куда пойти? Пойдемте сюда, что ли. Пальма просто. Все фотографируются, все фотографируются. Классно. Охренеть. Когда я это все еще вижу? Непонятно. Красота. А, какая яхта, друзья. Посмотрите, какая шикарная яхта. Охуеть. Просто шикарно все. Сейчас быстренько сделаю видео. Потом пофотографируюсь, если я успею, до темна. Потому что здесь темнеет очень-очень быстро и незаметно. Солнце есть, потом раз его не стало. Вот так. Яхты, яхты, яхты. Кругом магазинчики, ресторанчики. Охренеть. Брусчатка, типа брусчатки, но это не брусчатка. Что-то цементное какое-то. Ой, как красиво, друзья, посмотрите. Как красиво. Это вот порт какой-то Кантау. Вот так вот. Подожди, где? Что-то здесь продают. Это мехенди, что рисует. Ну да, мехенди. Такой же. Мехенди. Одежду продают вот здесь, вот в этом магазине. Какие-то полотенца. Хай, хорошо. YouTube Russia. Красиво сидят тут. Ой, пиратские корабли, друзья, пиратские корабли. Сейчас я вам покажу. Видите, какая яхта, друзья, какая яхта. Охренеть. Охренеть, какая яхта. Вот, видите? Танцует, там отдыхает. Куда мне еще идти? Понятно. Наверное, все. Пойду. Друзья, вот с этого ракурса вам еще покажу. С другой стороны порта. Вот так покажу вам эту красоту. Это низ. Город Сус. Какая красота приезжает. Набережная. Вот мы там были с вами, вот там. Вот там. Сейчас я погуляю здесь. Пойду в номер. Помоюсь, а потом пойду на диско. My God! Oh my God! Ястреб! Shit! Oh my God! So, how much? No, 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 how much? Не понимать, сколько? А фото? Окей. Yeah. Okay.